Приветствую вас, Марина. Я, честно говоря, не рекомендовал бы вам опускать стыд вот в таком формате, в каком вы об этом говорите. Потому что мне кажется, что вот это вот чувство стыда, которое вы испытываете, оно важно. Оно важно, так как вместе с ним ваша жизнь, скорее всего, пришло что-то еще, что вы переключили свое внимание со своего, например, молодого человека на, допустим, стыд, вот, то совершенно не случайно. Скорее всего, либо чего-то вы боитесь и опасаетесь, вот, то есть, ну, появились вот какие-то моменты, которые по той или иной причине напрягают вас. Или вы начали потихонечку охладевать к своему молодому человеку. Такое тоже может быть. Или появится страх перед близкими отношениями. Такое тоже вполне может быть, если вы боитесь близких отношений, если вы, ну, опасаетесь их, можете опасаться близких отношений, то может появляться подобно. Собственно, почему-то вас волнует то, как родители про вас думают, что они про вас думают. Родители вашего мужа, я имею в виду. И, на мой взгляд, это не случайно. Не случайно, что вы об этом думаете, но почему-то для вас это важнее. И вот вопрос, который вам нужно, как мне кажется, себе задать, да? Он звучит так. Каким образом получается, что для меня сейчас важнее то, что подумают родители моего мужа? Да, вот что это для меня? Что это для меня означает? Какое отношение это для меня имеет? И почему именно сейчас это стало важно? Потому что если бы для вас это было важным всегда, вы бы, ну, наверное, не пошли бы к молодому человеку, да, и, в общем-то, просто не согласились бы. Вот. А раз согласились, значит, вас это не волновало раньше. Заволновало сейчас. Вот важно, мне кажется, и понять, что конкретно вас волновало так сильно. Вот. Может быть, близость возможная с родителями вашего мужа, может быть,
страхи какие-то, может быть, что-то еще. Нужно это так или иначе исследовать, потому что в противном случае ситуация так и, ну, останется вот такой. Вот вы будете чувствовать себя скованно. Если честно, я думаю, что одна из ключевых проблем заключается в том, что вы не очень хорошо чувствуете свою реакцию на вот эти самые старые взгляды ваших, ну, не ваших родителей, а родителей вашего, ну, молодого человека, вашего мужа. А так, будущего мужа, что будущего мужа. Ну вот. Я думаю, что основная история в этом. И вы не уверены в своем будущем. То есть это вот очень похоже на тревогу и на такую, знаете, попытку как-то вот, ну, объяснить, например, себе, почему вы не хотите там с человеком взаимодействовать лишний раз. Вступать с ним в какой-то контакт. Вот. И так далее. Но это все сейчас из области предположений, на самом деле. За более такой вот полной информации нужно, конечно, вам обращаться непосредственно на консультацию и уже разговаривать об этом непосредственно со специалистом. Вот. Это было бы справедливо, как мне кажется. В целом, если ранее у вас были, ну, скажем так, признаки того, что вы бываете себе не уверены, вот, то я бы рекомендовал бы эту проблему рассматривать, ну, точнее, этот феномен, вот, рассматривать как один из основных аспектов, вот. И работать уже непосредственно с этим, вот. Как с такой, ну, система образующей истории, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволило бы вам начать работу над собой. Вот. Удачи вам, всего самого доброго. Желаю вам решения всех ваших трудностей, так или иначе.